Приветствую вас. Есть несколько моментов, которые я хотел бы вам озвучить. Значит, момент первый. Уверенность в себе. Уверенность в себе, в принципе, вот как таковая, не подразумевает начальника, потому что начальник — это человек, который идет вверх по карьерной лестнице. Понимаете, начальник — это тот, кто двигается вперед по карьерной лестнице. Начальник — это тот, кто просто-напросто добивается определенных результатов на том поприще, в котором он работает. То есть начальник — это человек, который, начав работать с с определенного момента, с определенного положения, с определенных позиций, да, начал продвигаться вверх по лестнице. Дальше. Это просто карьерный рост. То есть для начала, для того, чтобы стать начальником, в любом случае, вам необходимо сперва понять, что вы будете делать, чем вы хотите заниматься, где, над кем начальником-то вам быть. Кем руководить-то вы будете? В какой сфере вы будете руководить? Вы так говорите — начальником. А начальником чего? Начальником магазина, начальником, директором ресторана, начальником кого? Кого вы будете сперва? Знаете, вот на этот вопрос первонаперво нужно ответить вам. Это только вам нужно ответить на этот вопрос. Вы не понимаете, не кому-то еще. Это первое. То есть первое — это сфера. Сфера, в которой вы будете реализовывать себя и свои способности. Дальше. Следующий важный момент — это то, что для чего вам быть начальником. То есть, понимаете, желать получить власть, хотеть власти ради, собственно, власти, это означает, что начальником вы будете не очень хорошим. Почему? Да потому что нельзя хотеть власти ради власти. Получается, что вы будете зациклены на власти, а если вы будете зациклены на власти, то вы не сможете заниматься делом. Не будет каких-то каких-то адекватных решений с вашей стороны, не будет каких-то правильных действий с вашей стороны, не будет расчета с вашей стороны, потому что вы будете руководствоваться только желанием власти. И за эту власть вы будете держаться. История знает немало примеров, когда слепое стремление к власти приводило человека к определенному краху, к определенному разрушению. То есть именно власти и только власть хотеть не нужно. Нужно четко понимать, для чего вам эта власть нужна. Нужно четко понимать, что вы можете с этой властью сделать. Нужно четко понимать,
с какой целью, почему именно вы, почему под вашим командованием, под вашим началом, именно будут какие-то определенные результаты. То есть вот эти вот все вещи, да, их все нужно учитывать. И у вас должна быть цель, помимо собственно стать начальником, должна быть цель, стать начальником для чего? Что я хочу сделать на посту начальника? Что я хочу реализовать на посту там руководителя, например, да, и так далее. Вот. Это такой момент. Это вот такой и, на мой взгляд, ну, очень важный момент. В любом случае. Очень важный момент. Дальше идем. Значит, вы пишете про уверенность в себе. Значит, то, что вы себя контролируете и так далее. Смотрите. Значит, если бы вы, допустим, ну, хотели бы, если бы вы хотели бы, значит, стать начальником, реальным начальником, то вы бы уже давным-давно озаботились бы тем, что там прошли бы коуч, развитие, там какие-то курсы были бы у вас и так далее. То есть вы бы уже давным-давно занимались бы чем-то, вы бы уже давным-давно вкладывали бы себя во что-то. То есть вы бы уже давным-давно там и гардеробы свой пересмотрели, там и так далее. Вот. Кроме того, начальники далеко не всегда, они везде ходят только именно в костюмах. То есть это стереотип. Но костюм для начальника, опять же, не сама цель, понимаете? Костюм для начальника костюм, это средство всего-навсего. Это просто средство достижения своей цели для начальника, это. Понимаете? Вот и все. Там больше ничего нет. Абсолютно. Начальник, он не замечает костюм свой. Это для него просто средство, чтобы быть там, где он вот, ну, хочет, например, себя видеть. Да, начальник и костюм — это всего лишь необходимая регалия. И не более того. А для вас костюм — это свидетельство того, что вы себя как-то чувствуете в нем, ну, не так, дискомфортно вам. Значит, либо не подходит вам это, тут это просто не ваше, либо вам нужно работать над уверенностью в себе. То есть конкретно, в чем вы не уверены в себе, почему вы в себе не уверены, откуда у вас эти понятия пришли, да, и так далее. То есть работа над уверенностью в себе. То есть, например, перед зеркалом встали и думаете, как бы я хотел там выглядеть, например, или как бы я хотел, чтобы меня видели там другие люди, например, да, как бы я хотел, чтобы меня там определяли, как бы я хотел, чтобы меня воспринимали. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. И все.
Это то, что вам нужно делать. Это вот то, что вы можете сделать. Работать над своим имиджем. Но, опять же, имидж всегда привязан к какой-то деятельности. К какому-то конкретному виду деятельности привязан имидж. А не просто так, что вот есть, значит, что-то, и вы это что-то там делаете, например. Да, это ж не работает так. Блин, понимаете? Ну, не работает так, не получается так. Она какая-то привязка. И если вы чувствуете себя неуверенно, то почему? А какой вы? То есть либо вы не принимаете себя вообще, вот вы не принимаете себя совсем, какой вы есть. Вы себя вообще не можете принять таким. Потому что, ну, действительно, вот что плохого в том, что вы там, допустим, почему, одевая костюм, вы должны вести себя по-другому? Да ведите себя так же. Просто, как бы, не пересекайте границы, да? И все. Однако, ведите себя так же, в чем проблема? Не нужно менять себя, не нужно другим быть. Вот, это все не нужно. Не нужно быть другим, не нужно что-то там, не знаю, себя строить, вот это вот. Не нужно. Вы просто берете и как бы являетесь собой, и все. Если в костюме вы не чувствуете, что можете быть собой, например, ну, это уже говорит о том, что костюм попросту не для вас. Но это же нормально. Кому-то он подходит, кому-то не. Понимаете, я надеюсь, о чем идет речь, если я вам хочу сказать. То есть костюм — это всего лишь костюм. Костюм не делает вас кем-то. Костюм не делает вас каким-то обязательно сразу начальником. Да, не делает. Вообще не делает. Костюм — это только отражение вашего внешнего имиджа, который напрямую, заметьте, напрямую связан с тем, что вы делаете. Напрямую связан с тем, чем вы занимаетесь. Вот. Если вы в себе не уверены, я вот сейчас зачитаю то, что вы написали, да, значит, так, значит, я хочу идти по карьере дальше. А когда начал работать над собой, своими глупостями, почему вы считаете, что у вас есть какие-то глупости, речь, походка, вопросы, неуклюжие? А как вы работаете над речью, как вы работаете над походкой? Как вы, в конце концов, работаете над своими вопросами? То есть, это вообще как вы это представляете, работать над вопросами? То есть, если вы задаете вопросы, значит, это что значит? То вам что-то непонятно, да? Верно? Верно. Соответственно, если вам что-то непонятно, то первый вопрос. Где информация, которую вы можете получить? Почему вы задаете вопрос? По поводу чего вы вообще задаете вопрос? Понимаете, да, о чем идет речь? Я надеюсь. Вот. Далее, если мы говорим с вами о, значит, ну, о походке, как вы говорите, то это хореография движения. И чтобы походка стала другой, чтобы походка стала там более расслабленной, нужно тренироваться. Нужно тренироваться физически, нужно координацию движения увеличивать, улучшать. И вот вам будет хорошая походка. Ваша естественная, расслабленная,
и так далее. То есть, как вы работаете над находкой, для меня вопрос. Далее речь. Тоже важный момент. Речь. Как вы можете работать над речью? Ну, то есть, вот вы, в принципе, сами как можете работать над речью? Вряд ли вы можете сами со своей речью что-то сделать. Я не думаю так, если честно. Я думаю, что максимум, что вы можете делать со речью, это просто как-то себя, ну, контролировать. Это вот единственное, что вы можете сделать. Но если вам не нравится ваша речь, то в первую очередь нужно понять, чем она вам не нравится. Конкретно, чем? Чем вам не нравится ваша речь? И когда вы поймете, чем ваша речь вам не нравится, вам нужно будет либо обратиться к врачу, логопеду, который занимается тем, что как раз таки улучшает речь людей, да? Понимаете, о чем идет речь? И все. Сами с речью со своей, вы вряд ли что-то сделаете. Потому что это действительно надо контролировать себя постоянно, а постоянный контроль, это заставляет обращать внимание на те вещи, на которые, ну, не надо обращать внимание, нельзя. Когда операции из неосознаваемых превращаются в действия, да, то есть осознаваемых становятся, то это человеку только вред идет. Вам дают упражнения, вы будете тренироваться и сами самостоятельно потихонечку будете менять свою речь. Опять же, нужно понимать, в каком именно направлении, куда вы хотите менять свою речь. Далее. Неуклюжесть. Опять же. Как вы можете работать над неуклюжестью? Контролировать себя. Но контролируя себя, вы, как правильно заметили, вы только усиливаете ее. Вы только усиливаете неуклюжесть свою. Почему? Потому что от того, что вы контролируете себя, ситуация лучше не становится с вашей неуклюжестью. Она не становится лучше, еще раз вам повторяю, да? Лучше она не становится, ситуация. Неуклюжесть также нужно тренировать. Этот вопрос также тренируется. Понимаете? Он тренируется. Тренера. Через тренажерный зал. Далее. Так. Вы делаете ошибку и расстраиваетесь. А почему? Ну, собственно говоря. Почему вы расстраиваетесь, когда делаете ошибку? Вы думаете, что не должны делать ошибку? Откуда у вас такая установка, что вы не должны делать ошибок? Почему вы считаете, что у вас, ну, не должно быть ошибок никаких? Чем это связано? Понимаете ли вы природу ошибок? Знаете ли вы, что такое вообще ошибка и для чего она нужна человеку? Правильно ли вы относитесь к ней?
Ну, косинка. Вот. А на мой взгляд, это важный вопрос. Потому что ошибки нам даны для того, чтобы мы сами, учились, чтобы мы получали опыт. Ошибки нам даны для того, чтобы мы получали опыт. Знаете, опыт. Без ошибок опыта вы не получите никакого. Это невозможно. Невозможно получить опыт, не ошибившись. Поэтому важно не то, ошибаетесь вы или нет. А важно то, какой опыт вы извлекаете из ошибок. И, ну, и можно совершить 5 ошибок, 6 ошибок, 7 ошибок. Для того, чтобы рано или поздно ошибаться перестать. Но для этого нужна и мотивация, для этого нужна четкая цель. То есть, зачем я делаю это, для чего я делаю это и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Понимаете, о чем идет речь? Надеюсь, понимаете. Дальше. Начальник. Вот начальник тоже, он, знаете, такое слово распространено, ну, заезжено, я бы сказал. То есть все знают, что есть вот такое чудо начальник, но не все понимают, как это чудо работает. Начнем, пожалуй, с того, что есть два, а точнее даже три типа начальников. Три типа лидеров. И вам нужно определить, какой вы из них. Первый тип лидеров — это тот, кто является прирожденным. То есть так называемый прирожденный лидер, духовный лидер. Тот, кто умеет сплотить людей. Тот, кто умеет как-то вот объединить вокруг себя людей, да? Это прирожденный лидер. Так, по крайней мере, говорит нам социальная психология. Таких людей мало, они редко добиваются каких-то таких серьезных должностей, потому что для них важно именно признание людей, признание тех, кто сделал этого человека лидером. Поэтому должность таким людям, ну, не важна. Они и так, знаете, они и так обладают властью. То есть им дополнительная власть им не нужна на самом деле. Следующий тип — это тип, который ориентирован на хорошую такую позитивную атмосферу в, ну, в коллективе. То есть, по большому счету, это такой лидер, который действует только в интересах группы. Он хочет, чтобы у всех в группе были хорошие отношения. Он хочет, чтобы все в группе, там, например, ну, я не знаю, дружили, да, он хочет, чтобы значит, все были довольны и так далее. И за это его любят. Именно за это.
За то, что он старается, чтобы всем было хорошо. Это зависит от личных качеств человека. Это нужно понимать. От личных качеств человека зависит, какой он лидер. Какой он конкретный лидер. Понимаете, да? И последний тип. Это тип, который ориентирован на выполнение задачи. Для этого человека неважно, по большому счету, атмосфера в коллективе. Ему важно только, чтобы задача была выполнена. Какой вы лидер, нужно определять и так далее. Это нужно тоже выяснять. Либо исходя из того, что вы о себе знаете сами, либо проходя тесты. Вот. Но этот вопрос, он важный, и его необходимо прорабатывать. Вот если вы не знаете, какой вы лидер, то лидером вам сложно стать. Лидером вам нельзя стать. Вот. Вот вы пишете, просто забить на все ошибки, все оплошности, мнение людей. На мнение людей действительно нужно забивать, но война критика. Не деструктивная критика. Не критика это такого типа, да ты ничего не сможешь, ты там никто, ты ничтожество, ты вообще ни на что не годен и так далее. Не такая критика, нет. Критика важна именно конструктивная. То есть вот это вот ты неправильно делаешь. Вот это вот тебе нужно сделать лучше. Вот тут вот ты ошибся и так далее. То есть мнение людей должно быть критическим, а не обесценивающим. Обесценивающее мнение людей — это мнение субъективное, а действительно критика, критикующая, это мнение объективного человека. Так, обращать внимание на провалы. Кстати, провалы не стоит воспринимать как что-то отрицательное. Провалы не стоит воспринимать как означающее то, что вы ни на что не годны, например. Провал — это результат, просто со знаком минус. И все. И это нормально. Нормально. Такой провал — это нормально. Нужно анализировать, почему вы пришли к этому. Что привело вас к этому, и что вы можете поменять. И менять это. И все. И провалов не будет. Но опять же, провал — это оценка. Провал для кого? Для вас провал, а для другого нет. Нужно сперва понять, почему я считаю вот именно это провалом. А почему я считаю именно это неудачей? Вот и все. А, так, ну, ваше или не ваше руководство можно очень легко проверить, прислушиваются ли к вам люди, умеете ли вы планировать и мыслить стратегически. То есть решать за каждого человека его роль, его там позицию и его результат. Умеете ли вы оценивать людей, умеете ли вы в людях видеть слабые и сильные стороны. Вот. То есть, очень легко проверить, умеете вы быть лидером или нет. А мне гораздо легче жить в бриджах и футболке, чем в костюме. Но знаете, жить в бриджах и футболке, это, конечно, не та фраза. Носить, может быть, бриджи и футболки, да, но это дело привычки. Если вы будете знать, зачем вы носите костюм, то костюм для вас станет второй кожей. Вот. А рассеянно можно потом позволить себе быть где угодно. Одежда
не играет роли. Что в вашей ситуации делать и как вообще работать над собой? Ну вот я вам, в принципе, объясню. Первое, это уверенность в себе. Второе, это значит, осознание себя как руководителя определенного типа. Третье, это проверка. Проверка себя в роли руководителя. То есть просто пытайтесь вот что-то организовать, какой-то праздник, какое-то мероприятие. Пытайтесь. И увидите, можете быть руководителем или нет. Слушаются вас люди или нет. И все. А никто вас так вот сразу начальником не сделает. Ну не доказать, что вы можете им быть. Доказать, что вы можете руководить людьми. Это понимает уверенность в себе человек, уверен тогда, когда ему плевать на все нет. Уверенный в себе человек тот, который знает, что он делает правильно. И у которого есть аргументы. А не плевать на все. Тому, кому плевать на все, это психопат. Иначе уверенным не будешь, так как будешь переживать. Нет, переживают люди по другим совершенно причинам. Переживают люди не из-за того, что они не уверены в себе, а переживают люди потому, что они... Ну, то есть, да, они переживают из-за неуверенности, но далеко не всегда. Только из-за нее. То есть, это неуверенность в своих силах, это сомнение в себе, это страхи. Это там конфликт интересов, конфликт мотивов и так далее. То есть как бы в этом дело. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. Желаю вам всего самого доброго и удачи.